говорил свой взгляд на контроль времени, он у меня не изменился, что я считаю, что у нас есть три контроля. Классические, быстрые шахматы и блиц. И все три имеют право на существование. Я думаю, что они должны сосуществовать, как, например, в теннисе. Скажем, главные турниры играются по 5 сетов, остальные играются по 3 сета, например. Но в самых важных турнирах я, например, придерживаюсь того, что классические шахматы должны быть. Но я не против того, что было много турниров по быстрым шахматам. Я понимаю, что это зрелищно, и я далеко не против этого. Но классику, мне кажется, надо оставлять в любом случае для таких вот матчей на первенство мира, таких, я думаю, что классика все-таки она имеет очень большое количество своих поклонников, и не лишне заметить, в принципе, то, что у нас более чем вековая традиция шахмат, и не хотелось бы ее нарушать. То есть я ратую за классические шахматы, но не против турниров с укороченным контролем тоже. Ну что ж, нам хотелось бы еще раз поздравить Владимира Крамника с завоеванием.